Друзья, приветствую вас на моем канале. Меня зовут доктор Мари. Я профессиональный регрессолог международного уровня, квантовый терапевт и реинкарнационный терапевт. Сегодня в своем видео я хочу вам рассказать один маленький лайфхак. Этот лайфхак у меня сейчас на голове. Что же это такое? Это корона. Смотрите, в нашей жизни мы очень часто хотим быть королевами, девушки принцессами, женщины королевами, и всегда хотим выглядеть красиво. Но под красивостью внешней скрывается внутреннее ощущение человека, и очень важно, я как реинкарнационный терапевт вам скажу, проникнуться этим ощущением. И возможно, что многие из вас даже были королевами в своих прошлых воплощениях, так как их у нас было очень много, ни одну, ни два, ни три. И в каких-то одних из них вы обязательно были либо королевами, либо графинями, либо какими-то знатными особами, которые предполагали ношение каких-то украшений красивых и головных уборов. Вот. И поэтому вот такой лайфхак я для себя взяла. Я купила корону, заказала ее в интернете. Она достаточно такая тяжеленькая немного, потому что она из металла определенного сделана. Не знаю, из какого, честно. Но желательно, чтобы корона была из металла. Это соприкосновение будет с головой, и очень полезно металл. Конечно, в идеале это может быть медь, но если меди нет, конечно, любой другой металл. Ну, желательно, чтобы она была не пластмассовая. Почему? Потому что пластмассовая будет очень легкой, а легкая корона, она не будет вам давать вот это ощущение значимости и давления. Вот. Потому что внутренние ощущения наши, они проникают из внутреннего во внешнее. Если вы хотите выглядеть и вести себя как королева, то вы можете несколько минут в день носить такую корону. Это не составит большого труда, надеть дома, походить. Вот, пожалуйста, походили несколько минут, все сняли. Положили на полочку, убрали. Когда вам нужно, опять это ощущение, опять подняли. Поставили, поносили. Вот. И если вы на самом деле хотите узнать, кем вы были в прошлых жизнях, какими королевами вы были, вы можете обратиться ко мне, прийти на бесплатную консультацию, прийти на сеанс регрессии и выяснить, какой же знатной особой вы были. Это очень интересно проникнуться и взять оттуда свой какой-то ресурс, понять, как вы себя чувствовали, как ощущали. Вот, это очень интересно. Поэтому приходите, записывайтесь на консультацию. Надеюсь, мой лайфхак вам понравится. До свидания, друзья.